этажа, 50 тысяч квадратных метров, более сотни известных брендов и скидки до 90%. Чтобы не потерять голову среди того, что необходимо и выгодно, покупатели пришли задолго до начала распродаж. Нашли самые хорошие предложения и теперь в длинных очередях раскрывают секрет успешного шопинга. Нужна обязательно стратегия, чтобы не покупать лишнего, составить себе список определенный и просто не отходить от этого списка никуда. И тогда вы купите действительно то, что вы будете носить. Наверное, куплю все. Все, что могу, все куплю. То есть пока не закончатся деньги, вы можете покупать. Да. Многие приехали из других городов, причем отменили не только домашние дела, скорректировали даже рабочие планы. Ну, для этого дня я вообще взяла отпуск на работе, насчет того. Вот. Ну, на самом деле, я еще просто готовлюсь к свадьбе, поэтому у меня вдвойне я ищу там и обувь, и мужу искали костюм. Выбор хороший, мне вообще данный мол очень нравится. Большая территория, можно и, говоря, и покушать, и что-то прикупить. Да, и тебе Данамол нравится, конечно. Сориентироваться в потоке предложений помогают мировые бренды, которые именно благодаря компании Dana Holdings впервые открыли свои магазины в Беларуси. Они же работают в Варшаве, Вильнюсе, Барселоне и Берлине, потому о правилах «Черной пятницы» знают не понаслышке. И уровень скидок установили вполне европейский, чтобы не пришлось ехать за покупками в Литву или Польшу. Это разумный способ сэкономить деньги. И я стараюсь им пользоваться. Я еду, не стараюсь не ехать в Европу, если есть возможность купить у нас. Зачем? Это очень приятно и хорошо. И, как видите, народа много, все-таки людей не радует. Со скидками можно купить все – детские товары, технику и косметику, билеты в кинотеатр, обед или ужин на фудкорте. Белорусский формат «Черной пятницы» радует даже жителей такого крупного торгового гиганта, как Шанхай. На родине чаще пользуются интернет-магазинами, а здесь радуются, как говорится, выходу в люди и привычной толпе. «Черная пятница» – это хорошо, потому что если скидка, будет цена дешевле. На прилавках покупатели ищут не просто вещь, возможность выбора, качество, приемлемые цены и, конечно, хорошее настроение. Потому удивляли не только скидками, пантомимой, современной хореографией и даже акробатикой. Разогревать и без того активную публику поручили диджеям, танцорам и музыкантам. Грандиозная шоу-программа продлится до позднего вечера, но и это не предел. Во всем мире «Черная пятница» считается стартом рождественских и предновогодних распродаж. Потому создавать атмосферу предстоящих зимних каникул торговый центр «Дана Молл» будет с помощью развлечений, спецпредложений и скидок. Ведь выгодные покупки – это праздник не только для кошелька, но и для души. Александра Радкевич, Юрий Лбовников. Наши новости ОНТ.